Thank you.
Фредди Соло, как всегда, безумно приятно быть здесь, безумно приятно играть для вас, видеть столько лиц, столько друзей. Спасибо вам огромное, что вы пришли на наш концерт. И я очень счастлив быть здесь сегодня на сцене с этими моими одними из самых любимых музыкантов в мире. Я бы с удовольствием их перечислил еще раз. Это, конечно же, Герга Барлай. Это молодое дарование в Венгрии. Фантастичный гитарист и человек Майк Готхард. И великолепный пианист и клавишник Даниэль Зебини. Музыка, которую мы будем сегодня исполнять, полностью вся авторская. Мы не играем никаких каверов сегодня, даже хороших. То есть даже джазовых каверов не играем, играем только свою музыку. Преимущественно это, да, даже за деньги. Преимущественно это композиция с альбома Майка, который называется «Интеллектуальная брутальность», в альбоме, в записи которого я принял тоже участие, наряду с такими басистами, как, например, Гарри Виллис и Федерико Маламан. Это очень хороший альбом. Если вы его не слышите, послушайте обязательно, он есть везде, в iTunes и прочих ресурсах. А по-английски как? По-английски «Intellectual brutality». «Интеллектуальная брутальность». Да, вот. Thanks for reminding. У нас есть 30 дисков с собой в физическом виде. Поэтому, если вам понравится этот концерт, мы все купим. Вы купите все, боюсь, что да. У нас их 30 всего. Так что после концерта мы решим, как это сделать. И также мы играем композиции с некоторых ранних альбомов Герга Барлай. С двух. Название одного я не помню, а другое называется «МММ». Последний. Вот. Вы все услышите, те, кто знает эту музыку. А те, кто не знают, узнают сейчас. Так что мы продолжаем этот вечер. Спасибо огромное.
Thank you.
Hello. It's so hot here. I'm so honored to be here with my brothers, and I can tell you I was playing many, many clubs in the world, and this one is one of the best I ever played. So much having us here. Thanks everything for Anton, who brought us here to Russia. And I hope you guys are having fun. You guys having fun? Yeah! Good. Talk to you later. Let's play a song from my second album. The album name called Sausage. And the song called I'm Fat I Know. So let's just play that. Thank you so much. Thank you.
Thank you.
time. Thank you.
Как вам венгры? Понравились? Спасибо огромное. На тебе, к сожалению, наступило время последней композиции. Я еще, во-первых, да, еще раз спасибо огромное за такую поддержку, спасибо за вас. Это все понравилось, нам это безумно приятно, очень приятно играть было. Я хотел бы сделать маленькое объявление. Послезавтра здесь будет концерт великолепнейшего музыканта, может быть, кто-то из вас просто не знает. А если даже знает, я настоятельно рекомендую идти, потому что это один из величайших бас-гитаристов современности. Его зовут Кристиан Гальвес. У него послезавтра будет концерт здесь. И зал ожидается не такой, как вот у нас сегодня, а хотелось бы такой же. Поэтому если, правда, поверьте мне, это прямо очень серьезный музыкант. Вот. Спасибо. И да, мы сыграем последнюю композицию, которая называется «Барбарин Барби», написала ее Герга Барлай. Спасибо. We'll be right back.
Anton Davidian, ladies and gentlemen. My fucking Blackheart. And the one and only Daniel Sabini. We have one more song left. It's also from my album Kalam MM, and the song name is Stanley Matthew Garrison. Thank you.